Привет, это канал I Like Pet. В этом ролике мы расскажем вам об особенностях ухода за длинношерстными кошками. Длинношерстные кошки привлекают внимание своим ярким внешним видом. Красивая шерсть, гордость любой мяукающей красавицы, длинношерстной в особенности. Как правильно ухаживать за длинношерстными кошками? О чем важно помнить, будучи владельцем такого питомца? Давайте разбираться. Длинношерстную кошку необходимо регулярно вычесывать с помощью специальной щетки, иначе не избежать образования колтунов, которые могут быть опасны для здоровья животного. Очень часто в колтунах развиваются грибковые заболевания, прячутся блохи и вши. Нередко именно колтуны становятся причиной дерматита у животного, поэтому очень важно регулярно вычесывать свою длинношерстную кошку. Длинношерстную кошку нужно регулярно осматривать. За длинной шерстью не всегда можно заметить повреждения или проблемы с кожей у питомца. Регулярный осмотр шерсти кошки позволяет вовремя увидеть возможные проблемы со здоровьем любимца и предотвратить их. Длинношерстной кошке нужно помогать избавляться от шерсти в желудке. При вылизывании себя кошка проглатывает часть волосков, они скапливаются в желудке в виде комков шерсти. Чаще всего комки выводятся из желудка при рвоте, но иногда они могут попасть в кишечник и закупорить его. Поэтому важно помогать кошке избавляться от шерсти. Давайте ей кошачью травку или специальные пасты для вывода шерсти. А если они не помогают, так как случай очень серьезный, обращайтесь за помощью к ветеринарному врачу. Длинношерстные кошки не нуждаются в частом купании, однако забывать о нем совсем нельзя. Если мяукающий питомец испачкался или шерсть стала плохо выглядеть и неприятно пахнуть, обязательно помойте кошку. Используйте при купании специальную косметику для мяукающих. Длинношерстную кошку нужно регулярно водить на груминг. Специалист рекомендует стричь котов 3 раза в год, а кошек 2 раза. Стрижка позволяет улучшить состояние шерсти питомца и придать кошке более опрятный вид. Таковы основные особенности ухода за длинношерстными кошками. Правильно заботьтесь о шерсти своего мяукающего питомца, и тогда ваша кошка или кот всегда будет иметь привлекательный внешний вид. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был I Like.Pet. До новых видео!